Меня зовут Краснов Никита Александрович, и я учусь и проживаю в школе-интернате номер 6 в городе Зиме. Сейчас я с вами хочу поделиться таким своим умением. И вот, как я сделал вот эту вот церковь. Я сейчас такой небольшой мастер-класс проведу. Я составляю сначала вот такой вот эскизный проект православной церкви, на который у меня намечается строительство. Потом я беру пластилин, разогреваю его и потом делаю вот такую вот колбаску. Но я его раскатываю до нужных размеров. Я раскатываю. Потом вот эту вот колбаску, которую я раскатал, я превращаю в бруски. И это делаю я вот так вот. Вот так вот я вот превращаю в бруски колбаску. И потом я вот это вот все по размеру одного кирпича, ну, вот такого вот кирпича, вырезаю из этого бруска точно такие же кирпичи по размеру. А потом вот эти вот накопившиеся кирпичи я пускаю на строительство церкви. Сейчас у меня начинается строительство нового собора Иркутского Вознесенского монастыря. И вот, как вы видите, я заложил фундамент. Собор у меня будет очень большой, с большими куполами на 4 вот этих вот столбах. Я возвожу стены. Стены я когда воздвигну, я сразу наношу вот такой вот фасадный декор. Наличники, вот это вот все такое. А потом вот этой эмалью, я белю храм на 2-3 раза. Потом я это все покрываю картонной крышей, делаю верх и купол. На нем ставлю главку, маковку и крестик. И это все забеливаю. И вот это вот я вот все вот строю, делаю, изготавливаю. Вот так.